Oh,
Все барды ее всегда поют. На все всех сиделках. И не только барды. По-моему, все здесь сидящие всегда эту песню поют. Как здорово. Целый день она.
когда прочитала. Не ходил мой муж за водкой, а ходил за вином, причем для вас. И за селедкой. Я думаю, что Рождество в этом доме проходит не менее радостно, чем Масленица. Посему мы как бы за одним числом будем. Так крутит ветер фонари. Стихи Александра Башлачева, а музыка Виталия Харрисона. Как важно тоже из Казани. Песни про Рождество. Да. Крутит ветер фонари на реке Фонтанке. Спите, дети, до зари, с вами добрый ангел. Ночью навет колдовство домовой проказник. Завтра будет Рождество, завтра будет праздник. Ляжет ласковый снежок на дыру прореху, то-то будет хорошо, то-то будет хорошо, то-то будет смеху. Каждый что-нибудь найдет в варежках и шапке, а соседский Васька Кот спрячется в царапке. Звон фольгарок, серебро, розовые банты, прочь бумага, прочь перо, скучные диктанты. Замелькают в зеркало платья паутинки. Любит добрая игла, любит добрая игла добрые пластинки. Будет весело делить дольки мандарина, будет радостно кружить елка балерина. Полетят из-под руки клавиши рояля и запляшут пузырьки в мамином бокале. То-то будет хорошо, смеху будет. И меня тронет прибыль.
большое, это только десант, можно сказать. У нас только выступающие, ну, не обязательно поющие, кто-то читает стихи, играет роли, 25 человек. Не считая активных зрителей, которые, как я вам говорила, мы без них никуда. Мы не выезжаем без них ни на фестивали, ни на концерты. Они нам очень помогают во всем. Итак, последняя поэма. Музыка Алексея Рыбникова, а слова Рабиндраната Тагора. Ветер ли старое имя развеет? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. Своей нежностью, своим голосом.
же мне стала ты, даже капелькой своей нежности не остыл. Через сотни лет, через тысячи, не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Через сотни лет, через тысячи, не покинь меня, не покинь меня, не наших друзей из творческого объединения «Оазис» Огненцев, да? Надеемся, что они уже у нас друзья. Но продолжаться это будет традицией, мы будем их видеть во многих наших творческих коллективах. Спасибо вам большое. И напоминаю, что сегодня вот присутствие всех, во-первых, воскресенье, во-вторых, прощенное воскресенье, во-вторых, второй день весны, это можно, каждый день весны это праздник, Масленица, подготовка к великому событию в жизни христиан православных, это Великом посту, это испытание действительно. Но главный праздник, смотрим на кошка. Так вот, по божественному проведению, день рождения у Алексея Михайловича. Да, поздравляем его. И вот эта фотография, которую я первый раз вижу, она в точности говорит о его характере. В дорогу открыт всему миру человек мира. И мы бы хотели, вот сегодня Огненцев послушали, всего два произведения, чтобы они знали, что есть у нас банды, которые никогда не выступали на фестивале, они представляют лучшую фермерскую семью области. Они из нашей деревни, всегда прячутся, Гали и Сергей Седневой, и вот они дали два своих произведения, тоже Алексею и вам. Да, присаживайтесь. Вот это люди, которые, в общем-то, Сергей не слезает из-за трактора практически никогда. Но вот перерыв, пишет песни, музыку. Сейчас он подойдет, отвечу вас. Алексея сегодня...